среду. Быть полицейским на пенсии не так уж и скучно, как могло бы показаться. Своему другу Семену Пеню я завещаю самое дорогое, что у меня осталось. Мою таксу ось. Завещание вступило в силу, а значит, нужно браться за расследование. Не успел вернуться на родину, пожалуйста. Бывших полицейских не бывает, и пора доказать, чего ты стоишь. Что отставной шеф полиции Хайфа делает в Одессе? Он приехал найти сына своего покойного друга. Такое темное дело оставлять нельзя, ведь здесь явно что-то нечисто. Меня ты ищешь? Вы ищете убийцу Якова Либермана? Ищу. Я боюсь, он сказал, что он меня убьет. Алексей Вертинский в многосерийном фильме «Шеф полиции» в среду на ТВ Рус.